Всем привет, меня зовут Дмитрий Погребицкий. Кстати, тоже вот хотел бы, если можно, Павел сюда добавить, да? Ну, может, кому будет тоже полезно, интересно. Вот, кстати, у нас, да, в Беларуси, в Минске, у нас принимают вот спикинг-часть местные, ну, то есть не native спики. Я сдавал в Москве в Students International, вот, и пришел сдавать, соответственно, у них там в разных местах находится ну, письменная часть, спикинг, меня тоже принимали native. Вот. Я, кстати, часть спикинг сдал лучше всего, на 6,5, средняя у меня 4. И вот, мое знакомство с преподавателем, кто принимает, началось со входа. То есть мы, не прерываясь, да, уже перешли к процессу, ну, сдачи, что очень тоже мне, кстати, помогло, вот, настроило, и я его сдал, ну, я думаю, лучше, чем мог. Каким материалом, по каким методикам вы готовились? Мы готовились, ну, я тоже пользовался всей информацией, которую, например, вы нам изначально предоставляли, там, ну, вот, и продолжали тоже вот эти все IELTS, там, первая, вторая, третья, там, до 12, 13, по-моему, части, вот. То есть я частично повторял путь супруги в плане подготовки по мере, к сожалению, возможности, вот, так как... Мы вот Наташу, она у нас все время тоже как бы находилась в рабочем процессе, но максимально ее задача была вот на этих несколько лет там, это английский язык. Вот. Мне приходилось больше работать с семьей для семьи, да, вот, да. Вот. Но я все равно как бы тоже что-то пытался, ну, занимался в свою очередь как-то, ну и тоже на ту же 6 баллов сдал. Ну это тоже там какой-то результат. Какие у вас были баллы, вы помните, по частям? По частям? У меня были speaking 6,5, writing 6, reading 5,5 и listening тоже 5,5. Вот, но там тоже, если честно, вот может быть где-то стресс, может быть где-то вот, мы же как с вами это обсуждали, там, я думаю, не очень я, ну, в качественном месте находился, вот когда экзамен шел, в самом процессе в плане звука. Вот Наташа тоже, когда в Минске сдавала, вот у нее тоже этот фактор был. Потому что вот, да, вот есть такие нюансы, вот правильно вот настроиться, переключиться, там, ну, это тоже, наверное, влияет отчасти. Спасибо большое Росперсоналу. Благодаря им, их поддержке и помощи, мы получили нашу долгожданную 190-ю визу в Австралию. Туда летим нашей всей семьей. Я, моя супруга Наталья и наши двое замечательных детей. Мы летим в штат Квинсленд, город Брисбен.